день на моем блокпосту. Скоро там закончится, думает он. А вот он и самый старший. Эй, ты! Кто, я? Да-да, ты. Иди сюда, окей. Слушаю вас. Короче, ты свободен. Спасибо. Вольно. Угу. Можешь идти. Куда мне сегодня пойти? Может, на разведку с пацанами? Он же сказал, я свободен. Погуляю, постреляю, патроны прокачаю. Рифма. Ладно. Интересно, что у нас в ящике? Надо посмотреть. Консервы! Вода! Это все, что для выживания, да? Я так понимаю, да. Заберу их себе. С кем-то поделюсь как-нибудь. Главное все не истратить так быстро. Ему предстоит долгий путь. Так что пропустим время. Я нашел еду возле заброшенного вертолета. Сколько консерв и питья. Три консервы и одна бутылка питья. Окей, сойдет. А, нет, четыре консервы нашел. Это отлично. Прям идеально. Бутылка большая. Класс. Ну, куда положим? В палатку или как это называется? Окей, давай. Ну и как тебе? Нормально. Блин, пить хочу. Ну, попей, не стесняйся. Ладно. Спасибо. Офигеть, эта бутылка почти с тебя. Все, напился. К сожалению, на этом конец. Понравилось видео? Пиши в комментах, хочешь ли ты продолжение. Ну, пока.